Мяч в корзине. 125 лет назад был сыгран первый баскетбольный матч. О мастерстве бросков ближних и дальних нам рассказали профессионалы своего дела, победители множества соревнований, петербургская группа One Up. Сейчас фристайл очень интересная культура. Я бы сказал, что это даже не спорт, а больше искусство. То, что здесь ты можешь делать все, что хочешь. То есть ты можешь там сидеть с танцами, с акробатикой. Все, что по душе тебе. Это был матч Лейкерс против Орландо. Это был финал 2009 года. И меня поразила игра Коби Брайанта. Я понял, что это единственная игра, в которую я хочу играть. Потому что это огромный заряд эмоций. Огромное, непередаваемое, в общем, ощущение. Я хотел вообще научиться крутить два мяча на пальце. Вот. Но я когда этому научился, понял, что не надо на этом останавливаться, можно дальше развиваться. В принципе, само это кручение мяча на пальце тоже ощущение немного непередаваемое. Появились новые игроки, которые демонстрировали дриблинг, какие-то фишки, издевались над игроками. И это тоже захватило нашу страну. Вот, многие выходили в огромных футболках, где-то минимум размер 5XL, то есть там огромные шорты. Все пытались обвести каким-то новым способом. И это было интересно, это завлекло очень многих баскетболистов. Но если ты делаешь что-то довольно-таки оригинальное, то, что не делал никто, то, я думаю, вполне можно показать, что это такое нечто необычное. Но судейство, каждый судья судит по-своему, то есть кому-то нравится спин, то есть кручение на пальце, кому-то именно акробатика. Из-за того, что я достаточно пластичный, мне достаточно удобно, как это описать, даже не знаю. Вот. В общем, мяч зажать локтями, наоборот. Сейчас я вам покажу трюк вокруг света. Оп, сюда, оп, сюда. Единственное, что в основном используются мячики глянцевые для именно как раз-таки выступлений, потому что они более приятны для зрителя. Ну, потому что если ты крутишь обычным мячиком, он не так красиво смотрится. Вам редко дернуться. Допустим, упал мячик, и кто-то не успевает там поднять его, там, оп, подобрал, там, дернулся, убежал. Все. Я накрутился.